периода Камакура. Это тоже была часть Яматая?
подлечим. Неплохо. Где такая юная леди могла этому научиться? Мне приходилось постоять за себя. Волк ничто против разбитой бутылки. А, он у тебя? Прекрасно. Итак, я полагаю, наш план доставить его на радиовышку? Да, так мы сможем послать сильный сигнал во всех направлениях. Послушай, Лара, нам нужно послать сигнал бедствия, а я не скоро встану на ноги. Да, я боялась, что ты это скажешь. Ты справишься, Лара. В конце концов, ты же Крофт. Боюсь, я не та Крофт. Именно та. Но пока этого не знаешь. Понадеемся, что я быстро учусь. Прошу, береги себя, Лара.
Спасибо Рота за его тренировки. Все эти бесконечные походы и мучительные восхождения. Он как будто готовил меня к чему-то подобному. Теперь совершенно ясно, что здесь живут люди. Их целая организация. Они убивают вновь прибывших на остров, некоторых принимают к себе, но зачем? Похоже, это какая-то секта. Но чему они поклоняются? Чего хотят? Что ищут? Золочёные фигуры. Двор императрицы. Жертвоприношение, убийство. Нигде нет сведений о таких обрядах в Яматае. Возможно, их просто уничтожили. Возможно, это возвели в честь ее жриц. Невероятно. Ух ты! Thank you.
уходят! Возвращаемся в бункер! Давай, переждем бурю! Давай! И не расслабляться! Давай, зайдем внутрь! Неплохая? Время есть. Потом нас пошли бы разбирать на бурю. А зачем он ее нужен? Сюда! Я разговаривал с жителями острова, несмотря на запрет покидать дворец. Мой долг – выяснить истину. Но тому, что я услышал, невозможно поверить. Ходят слухи, что императрица связана с потусторонним миром. Говорят, она повелевает солнцем и дождем, и земля плодородна исключительно благодаря ей. Это, конечно, вздор. Но что же породило подобные слухи? Или это такой метод правления – культивировать в народе примитивные суеверия? Я видел благоговение в глазах аборигенов, когда они говорили о ней, но нельзя было не заметить и страх. Она правит справедливо, налоги разумны, а штормовые стражи надежно защищают местных жителей. Неудивительно, что некоторые даже молятся ей. Для них она больше, чем императрица. Она божество. Посеять в здешнем народе смуту будет гораздо труднее, чем я изначально предполагал. А вот ступка с пестиком. Возможно, для растирания лечебных трав. В ступке остались осколки костей. Надеюсь, животных.
Эйс, вы где? Нашли Сэмми? Мы еще идем по следу. Хорошо. Я собираюсь послать сигнал бедствия со старой радиовышки. Что скажешь? Лара, тебе нужно найти радиопульт. Это такая штука. Выглядит как куча старых переключателей. Поняла. Как найду, сообщу. Пожалуйста! Не надо, не надо! Плохое предчувствие. Говорю тебе, Рейс, все дело в механике, а не в электрике. Давай уже, Алекс. Черт. Проблема однозначно где-то в электрике. Ах, вот как. Ух ты. Рейс, а это что за милый лисенок, а? Что, симпатичная? Очень. Это Алиша. Алиша? Класс. Дочка моя. Ей 14 лет. И она уже умнее тебя. Видимо, в папу пошла. Не слушай его. И ты бы... Да, займусь делом. Это точно электрика. В папу пошла. Ничего. Ну, был я на озере, на ночной рыбалке. Эй, Грим, пора задрать люки. Да-да, иду. Ну вот, значит... И вдруг эта тварь высовывается из воды прямо рядом со мной. Ну, я и боднул ее в лицо. Удар головой он всегда выручит. Я неделю в себя не мог прийти. И с тех пор капли в рот не беру. Увидимся за обедом. Да. Ну, хорошо. Так, давайте снимем ролик. Спасибо. Доктор Джеймс Уитмен, эпизод 15, дубль 3. Мотор. Итак, теперь крепко ее хватайте и вспарывайте брюхо. Вот так. Не торопитесь. О боже, стоп! 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 Он вернется? Я его приведу. С мировым именем. Исследуйте. Сам, как редкая рыба. Вы же всемирно известный археолог, доктор Уитмен. Не буду я спарывать брюхо редким рыбам. А это просто рыба. Да что значит просто рыба? Будь трижды проклят этот твой натурализм, Сэмми. Я призван нести людям культуру, а не обеды. Без обид, Иона. Зрители требуют контента, доктор Уитмен. И вы это знаете. Пока мы не нашли затерянную империю, нам нужны такие эпизоды. Давайте попробуем еще раз, окей? При монтаже мы сделаем из вас Гордона Рамзи. Доктор Джеймс Уитмен, эпизод 15, дубль 4, мотор. Итак, крепко ее хватайте и вспарывайте брюхо. Вот так.
Я столько просидела над ними, что когда закрываю глаза, вижу эти карты. Но если я не права, и Яматай не в треугольнике дракона... Помню, как ты нашла это в раскопках отца. И прибежала показать мне в своей пижамке с пингвинами. Мне было 5 лет. Первая находка. Да. У тебя есть интуиция. Доверься ей, девочка. Отец любил так говорить. Он всегда доверял интуиции. Плохо это или хорошо? Он бы гордился тобой, Лара. Мы приближаемся к буре. Ну, мы справимся со всем, что нас ждет. Ну что, Лара, соберись. На тебя надеяться. Монета вошла в обращение в Японии где-то в середине 19 века. Thank you.
Эдо, монета отчеканена в конце 17 века. Могла попасть сюда с любого корабля на острове. Этот бункер времен Второй мировой. Кажется, японский. Короче, непонятно, чем это все закончится, но я теперь с отцом Матиасом. А что, если мы тут навсегда, надо как-то устраиваться, да? Он меня первым братом называет. Вообще-то Матиас с головой не дружит, да, это понятно. Но вот что не отнять, он умный, он опасный. И он об острове все знает. Если удастся отсюда свалить, то вот этот точняк только с его подачи. Но так что, мы как бы довольны, еда есть, оружие есть. Что шторм на берег вынес, наше. Насчет новых, если пассажиров надо порешать, тоже мы. Хотя что там решать, то не согласен, того в расход. Короче, мы здесь хозяева. С ними женщина. Отец Матиас сам привез. Для обряда? Наверное, вечно. Oh, my God.
вроде хрупкая. Отсюда никуда не убежишь! Отчет экспедиции. Погодные условия крайне неблагоприятны. Наши потери из-за штормов – два грузовых судна. Экспедиция расквартирована на острове. В горах возведен узел связи. На берегу начато строительство базы. Предварительный осмотр выявил несколько перспективных мест для раскопок. Остров намного больше, чем ожидалось первоначально. История местной цивилизации насчитывает многие сотни лет. На установление причин возникновения аномальных атмосферных явлений уйдет много времени и усилий. В случае успеха наша победа в войне гарантирована. Отец Матиас освободит нас. От чего? От острова? Thank you.
Алекс, ты на связи? Да. Пульт сломан. Плохо. Но если рядом нет магазина электроники, тебе придется все сделать вручную с инженерного пульта. Ну что ж, надеюсь, справлюсь. Ну да, но сначала его нужно найти. На этих старых вышках их размещали высоко. В смысле, очень высоко. Опять наверх? Прекрасно. Сентября 82 года. Итак, я остался один. Остальных больше нет. Оно и к лучшему. Я наблюдал со скалы, как буря швыряла и крутила их самодельная утлая суденышка. Свинцовые тучи нависли над самой водой, как карающая длань, тянущаяся к одинокой, обреченной на гибель лодке. Этот шторм не пережил никто. Буря налетела неожиданно и была явно локальной. Я специально следил за развитием событий, и так же внезапно все вдруг прекратилось. А что самое интересное, я уверен, все это не было случайностью. Тут чувствовался какой-то умысел. Не знаю, что происходит на этом острове, пока не знаю. Но если я надеюсь выбраться отсюда, то должен во всем разобраться. Пора браться за дело. Вышка заработала.
13 октября 90-го года. За прошедшие годы здесь не раз появлялись другие люди, но я старался их избегать. Если же они становились у меня на пути, я устранял помеху. Но теперь понятно, что одному не справиться. Чтобы чего-то добиться, мне нужен полный контроль над островом. Итак, следующая задача — собрать небольшую группу верных последователей с четким пониманием жизненной необходимости организации. Но что еще важнее, они должны быть готовы без колебаний убивать. Насилие станет частью их жизни, так же, как железная дисциплина, конечная цель и работа. И остров станет моим. Вот тогда я открою тайну этих бурь. No!
солдатские личные жетоны. Иероглифы мне не знакомы. Может, времен Второй мировой? Сентября 82 года. Постепенно разрозненные мысли выстраиваются в некую логическую цепочку. Чтобы раскрыть тайну этого острова, сначала необходимо понять, что здесь произошло когда-то. Потребуется время, чтобы изучить это место. Тут полно загадок. Главное из них – это останки древней Японской империи и таинственная императрица. Все началось именно с нее. Вперед. Thank you.
башня должна усиливать сигнал передатчика. Есть. Теперь найди аварийный радиоканал и добейся четкого сигнала на своей рации. Потом передавай. Эй! Мы здесь все держим за тебя кулаки. Спасибо. Пожалуйста, опишите вашу ситуацию, обозначьте координаты и ждите ответа. Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй! Это Лара Крофтс Эндьюранс. Нас выбросила на остров в треугольнике дракона. Нам нужна помощь и медикаменты. Пожалуйста, ответьте. Ну же, давай, давай. Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй! Это Лара Крофтс Эндьюранс. На связи борт N-117A. Мы начали поиски, как только получили сигнал бедствия. Уже и не надеялись. Мы тоже. Мы примерно знаем, где вы, но нужен визуальный сигнал. Я что-нибудь придумаю. Курс на вас, конец связи. Лара Крофт, ты моя героиня! Эй, даже Рейс улыбнулась, представляешь? Так, нужен сигнал. Чтобы такое поджечь. Я справлюсь. Это нужно как-то поджечь. Это мне и нужно. Thank you.
Абсолютно чистое ясное небо, и вдруг налетает буря и сбивает самолет. Это невозможно. Ты знаешь, что такое невозможно, Лара. Но этому должно быть объяснение. Всему всегда есть свое объяснение. Thank you.
Что ты на ногах? Я тоже, девочка. Не понимаю, все было в порядке, и вдруг налетела буря. Просто ниоткуда. Ты ни в чем не виновата. Это я их вызвала, Рот. Эй, мы найдем другой способ. Дэй, мэйдэй, мэйдэй, говорит второй пилот. Еще один пилот. 177А, Джессоп. Прием, прием, вы меня слышите? Я сильно пострадал при приземлении, мне срочно нужна помощь. Капитан Джессоп, вы меня слышите? Я подал дымовой сигнал, ответьте. Черт, он меня не слышит. Нужно идти к нему. Нет. Вон его сигнал. У нас своих забот хватает. Мы должны собраться, когда найдется Сэмми. Я не могу бросить его одного. Я должна идти к нему. Иногда нужно чем-то пожертвовать, Лара. Ты не можешь спасти всех. Я прекрасно знаю, что такое жертва. Нет. Что такое потеря? Ты знаешь, жертва — это твой выбор. Потеря — это выбор за тебя. Я не могу выбрать для него смерть, Конрад. Послушай, Лара, если ты настаиваешь, тогда немедли. Прости, Рот, но я просто не могу его бросить. А как же ты? Спущусь с горы. Надеюсь, найду остальных. Не могу здесь сидеть. Иди, Лара. Чем скорее ты это сделаешь, тем скорее вернешься к нам. В развалинах я нашел старую снайперскую винтовку. Вот ведь повезло. Да еще и заряженную. Посмотрим, можно ли ее отладить.